полиции были установлены подозреваемым, которые снимали квартиру в данном доме. При задержании двое были задержаны на месте, один пытаясь скрыться через крышу магазина, залез на балкон третьего этажа. Отдельно верим потом. Отдельно. На балкон третьего этажа. Артист, залез. В данный момент с ним работают психологи МЧС. Что он подозревается? Он подозревается, он стоит в розыск. Неоднократно. Совершение. Он стоит как нелегал в розыск. Инициатор Алматы, да. Возраст, житель Караганды, безработный. Пока ничего не знает.